Сегодня мы приготовим гоголь-моголь из перепелиных яиц в блендере Vitec PT3414. Нам потребуется 10 штук перепелиных яиц, 350 мл молока, 1 банан, 1/4 чайной ложки ванилина, 1/4 чайной ложки соли и 4 чайные ложки сахара. Сначала нужно отделить желтки от белков. В желтки добавить соль, 2 чайные ложки сахара, ванилин и взбить с помощью насадки венчика. Банан порезать на крупные кусочки, поместить в миску, добавить 50 мл молока и измельчить банан блендером 20 секунд на первой скорости. Белки взбить венчиком на первой скорости 30 секунд. Затем добавить 2 чайные ложки сахара и взбивать еще 30 секунд. К белкам добавить желтки, банан и налить подогретое молоко. Перемешать венчиком 10 секунд. Гоголь-моголь из перепелиных яиц готов. Приятного аппетита! Vitec. Здоровый взгляд на технику.